Не понял? Перерыв. Через 5 минут откроются. Хорошо. Подождем. Я прошу прощения, это словарь? Ну да. Русско-немецкий? И немецко-русский. А что? А, дай мне на секундочку. Зачем? Я не бойся, я ничего с ним не сделаю. Да я не боюсь. Пожалуйста. Спасибочки. Зараза, великоват. В смысле? Ну вон, видишь, не помещает. На, держи, пацан. Простите, не понимаю. Чего ты не понимаешь? У меня сегодня зачет по немецкому языку. А, так вы что, студент? Нет, лесник. Ну, честно говоря, вы больше похожи на преподавателя. Спасибо за комплимент. Заочник я. Просто должность, высшее образование требует. То есть вы собирались на экзамен со словарем идти? Пацан, ты чего, тупой? Ну а как я эту билиберду без словаря сдам? Ну почему сразу билиберду? По-моему, красивый язык. Немецкий язык красивый. Вот там хопс-хопс-хопс. Да наши вороны приятнее каркают. Не знаю, поклонники Гёте и Шиллера с вами бы не согласились. Так, все, проехали. Давай, держи краб, пацан. Все, удачи тебе. И вам. Не помешает. Ха, лицо хорошее у тебя. Ах, я прошу прощения. Добрый день. Здорово, еще раз. А ты чего, тоже на зачет? Ну да. А чего раньше не сказал? Ну, вы как-то не спрашивали. Логично. Ну что, пошли? Пойдем. Подожди, подожди. Я первый. Доброго здоровья! Чего застрял, пацан? Заходи. Не понял. Это 218-я аудитория? Совершенно верно. А где препод? Он перед вами. Смешно. В смысле? В прямом. Я преподаю немецкий язык в этом институте. То есть как? А вот так. Присаживайтесь, прошу. Спасибочки. Молодежка. Взрослая жизнь. Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.